Всем привет, друзья! За окном мороз, а у нас жаркое прохождение игры Far Cry 4. Так, я тут подумал, давайте мы купим, приобретем так, какие-то тормоза у нас. Что это такое? Купим и настроим бронежилет. Оружие, значит, у нас есть. Где-то здесь лук. Вот он, обычный и составной. Я не знаю, что значит. С прицелом, видимо, мы можем его купить. Но давайте пока изменим наш. Только для пистолетов. Очень, не очень хорошо. Давайте... Стоп, а что нам пишут про него? Точность, урон. Можем ли мы на него... давайте мы его сейчас... Хорошо, мы его сейчас поставим. Давайте пока что на место АК. Вот, и... О, вот это покупаем. Все, ништяк. Дальше, чем мы еще можем? Пока ничего. И выбрать. Так, ну это все. Все, теперь выходим. Сейчас мы, знаете, что сделаем? Нам необходимо посмотреть по навыкам, ну, нам, что нам пишут про... Вот. Значит, можете... Нет, навыки, значит, навыки. Вот. Теперь вы сможете приобрести в магазине разрывные стрелы, огненные стрелы и улучшения для взрывчатки. Вот это надо прокачать. Для этого нам нужно пройти целых 2 уровня. Это задница. Так. Так, а как нам R, по-моему? Или, блин. Вот. Вот. R. Или... E. Блин, я забыл. Это что такое-то? Ну, это да, это я знаю. Так... что с этим делаем? А, ну 0 у нас написано, все верно. Так, сейчас нам нужно отправиться вот сюда. По изготовлениям, что мы хотим? Мы хотим бумажник. Ну, бумажник не будем, вот. Тапир. И, ну, леопард, я думаю, там не будет. Тем более нам стрелку даст только. Мы даже не пользуемся пока что. Вот, но я хочу разрывной получить этот лук. Так. Угу. Ну и, значит, вепрь и тапир. Это пока что основное, что нам нужно. Как лучше проехать, как вы думаете? Какие тут животные есть? А тут ненужные животные мне пока что. Тут где-то был... Нету, да, дельтаплана? Ну, пока что нет почему-то. Ладно, тогда погнали. Будем. Стоп. Подождите, а вот дельтаплан. Полетим на нем, давайте. Или полетим лучше на наших крыльях. Даже не знаю. 5 инъекторов, шикарно, чё. Ну, километр тут недалеко, в принципе. Да, в принципе, достаточно быстро. А по карте нам лучше всего... А, можно было быстро перемещение. Ну ладно, не суть. Потом направиться... А, тут леопард есть. Вот, замочим леопардом. Нам необходим просто. Вот. Потом нам необходим тигр также. И медоед у нас уже все с ним. Мы с ним уже решили вопрос. Вот. И что-то я хотел по поводу игры. А. Почему-то на снайперскую винтовку у нас не вешается... глушитель. А почему? Блин. Говно. Я-то думал, костюм Крылова, он будет лететь прям быстро. Ну, давайте куда-нибудь сюда тогда. Только бы не на дерево, там, мне кажется... О-о-о, отлично, отлично, давай. Да куда ты? Все, кто тут у нас рядом? Носорог. Не, носорога я не буду трогать. Так, вот там машинка едет какая-то. Ну да, это наш, ну ладно.
Ну, носороги, они очень сложные, их нужно с снайперской винтовки мочить. В голову причем. О! Ну-ка. Так. А, макаки. Так, вот он. Он сейчас инъектор не изготовится, потому что у нас и так слишком много этих аптечек. А это лодки, да? Я думаю, может, рыба какая-нибудь. Опа. Ёпрасты. Офигеть. Он как враг помечается у нас. Так что его лучше не беспокоить. Блин, сами помните, я, по-моему, тигра не мог замочить так, как следует. Потому что он, ну, достаточно мощный. А тут... А тут вообще этот... Носорог. Да ему броню его не пробьешь, так сказать. Не броню, в смысле, эту. Вон еще носорог. Ну, носорогов этих дофига. Как-то, как ни странно, но... Умный в гору не пойдет. Умный в гору обойдет. Можно попробовать его бахнуть. Вот этим вот. Во. Но я стремаюсь. Это нужно его с какого-нибудь пулемета. Нет, это нужно на какой-то воз... На какой-то возвышенности, кстати говоря. Давайте попробуем залезть. Чисто ради интереса. Почему? Не так высоко вроде бы. Слышите, как он топает? Почему-то нельзя залезть. Ну ладно. Блин, эти звуки реально пугают. Мне такое ощущение, что он сейчас выйдет и мне пропишет рогом своим. Ой, походу он разбежит. Не, он убежал, наоборот. Кстати, можно его на машине сбить. Да, кстати, это вариант. Так, птички, птички. Йо. Стекло разбилось, нифига. Ой, он сорок. Валим отсюда нафиг. Блин, носорогов до хрена. Медоедов бы столько было раньше. А я помню эту точку. Не-не-не, выруливай. Ну, так легко машинку подтолкнул. Слегонца, да? Давай, давай, давай. Ну, круто, как же машина водится. О, во, 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 мне вот эта штука нужна. Не против, если я на дороге тут оставлю. Ладно, ничего страшного. Давайте-ка сядем. Все время тут респаумится эта штука. Я забываю прочитать, как она называется. Так, что у нас тут за зверье? А, ну да, все правильно. Так. Леопарды и нахуры, по-моему, да? Да, все верно. Ну и птички всякие там с обезьянками. Во-во-во, все. Чё я? Почему? Блин. Что я нажал? Неужели все заново надо будет лететь? Офигеть. Вы в это верите? А, ну я тут недалеко. Сколько нам? Фу, хорошо. Фу, просто пронесло, можно сказать. Вот это нам надо, по-моему, да? Теперь мы сможем сделать... Ой, нет, подождите.
Теперь мы сможем сделать так. Почему? Вы можете видеть мест... Странно, почему? Почему? Я же вроде синенький листок собрал. Или это не этот? Ладно, не суть тогда. Все, не... я случайно Е-буковку нажал, вот я и вылетел. Сейчас долетим, нормально. Там враги внизу я вижу. Стараюсь быть внимательным. Стоп, а у меня цель-то не помечена. Вот. Надо было костюм крыло раскрывать, а я парашют жму, жму. Ого, пропеллер задел, походу. Вот так. Сейчас опять этот нигер, наверное, будет. Если да. Я пойду в долину смертной тени, да. Не убоюсь зла, потому что ты со мной. Псалмы 23, стих 4. Рад снова тебя видеть, Аджай. Готов послужить Господу? Наверное. Я должен признаться, Аджай, я боюсь зла. Не того зла, что несут себе люди. С ним легко справиться. Нет, я боюсь того зла, что таится во мне. Ты помнишь о моих грехах? О моей отвратительной прошлой работе? Это ты о бриллиантах? Да! И хоть кровь Агнца смывает все грехи, есть лишь одно спасение. Я должен покаяться и следовать заветам Господа нашего. Грехи не обошли Керат. Искорени их. Для начала найди заблудшую овцу и следуй за ней в убежище. Принеси мне то, что найдешь там. Ясно. И созовет он друзей, соседей, и скажет он: порадуйтесь вместе со мною, ибо я нашел потерянную овцу. Идиот какой-то. Ну, честно, не идиот, просто очень долго говорит. И не нужно, так, тут уже закрыто. Ну что же, нам нужно добраться до места назначения. Там я вижу вышечку. Так, а сколько? 300 метров. 399 метров. 400, скажем так, метров. А, и нам... тут ничего интересного нету какого-нибудь. Ладно, погнали. Хотя нет, давайте-ка подождите. Вот тут. До места. Тут мне пишут. Не отставать от него. Ну хорошо. Мне кажется, он там на месте стоит кто-нибудь. Потом я буду подлетать, и тогда уже незаметно. А на этом аэроплане, как вы думаете, я незаметно буду выглядеть? Сейчас проверим. Заберите, чтобы достать. Так, здесь будем приспускаться. По заданию у нас добраться просто... Да просто добраться до местного значения. Я выполняю данное задание. Смотрите. Ладно, все-таки я хочу здесь остановиться. Так, у нас 15 стрел. Так, вот там у нас противник, я вижу. Давайте сразу их отметим. Угу. Так, а здесь что-то ничего пока что. Я просто не вижу. Тем не менее, давайте потихонечку так передвигаться. Или... Вроде тут кого-то надо было замочить, нет? Просто... Никого нет вроде. А, просто! Дроводик, вы не должны... Вас не должны занять. Они сюда прибудут? Подождите, или куда хоть? А, следовать. Стоп, а машинку-то мне дайте. Офигеть. С ума сойти. Я чё, на дельтаплане, что ли? Ай, ребят. Ну как я за ним побегу? У меня же саны... Машины нет даже. Тем более... Давайте быстро побежим.
я не успею, ребят. У меня нет машины. Как я за ними прослежу? На топире, что ли, поеду, блин, а? Ну, ребят, ну как я за ними прослежу? Сами подумайте. Смотрим, здесь машины нигде нет. Не, вроде нет. Ну что ж мне делать-то тогда, а? Ха. Офигеть. Считайте... А, вот машина! Чё я туплю, реально? Ой, блин, Игорь, не позорься так. Зачем? Зачем я так облажался? Еще врагов, наверное, нам дадут впереди там, да? Чё-то уверен, я же их видел просто. Я думаю, на машинке мы успеем. Так, все, ждем. Сейчас завалим. Все, 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 все. Опять четвертый раз, все, извиняюсь. Все. Все, 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 все. Так, соберемся. Силами, так сказать. Меня не должны заметить. Я, в принципе, не замечаю. Меня, блин. Я стараюсь, чтобы меня не заметили. А где еще одна машина? Одна, что ли? Это что, баг? Да кто, ёб? Офигеть. Вы офигели. Ну, что это такое вообще? Что мне делать теперь? Почему они так отстали? Это невозможно было. Если даже я чуть-чуть отставал, мне говорили, что он слишком далеко ушел, этот контрабандист сраный. Так, блин. Видите? То есть это нереально было за ними бы успеть. А сколько за ним следовать-то еще? На... Все, теперь можно мочить его. Мочить. Все, он на месте, да? Нафиг, выходим отсюда. Почему? Я же вроде грену взял. Там коктейль Молотова. Там они вроде где-то, нет? Ладно, берем нашу любимую пушечку. Бам. Выстрел в голову. Вот этому надо тоже. Бах. Это что такое? Не взорвется? Сигналка, наверное. А, надо вот того замочить. Офигеть, он тип супер крутой, да? Либо я просто что-то туплю. Так, что-то у нас еще есть. Отстреливать сейчас будем или нет? Че, возьмите. Все, нам же нужно ключ от хранилища, точно, я что-то забыл. Так, ну тут близкие дистанции, поэтому будем использовать нашу другую пушечку. Вот эту, да, все верно. Так, тут... Давай, ты хуже собаки. Да иди сюда, во. Нормально. Так, дальше нам... Сейчас мы посмотрим, что тут аптечка. А, у нас автоматически изготавливаются инъекторы. Да? Ну хорошо, побежали. Ой, я их там полно вижу, да? Берем снайпер. Вот так вот. Написано бегите. Ну давайте пока отстреляем их. У нас коктейль Молотова есть. Поэтому... Да почему? Я же вот. Коктейль Молотова. Лови!
Так, ладно, давайте. Ой, не туда. Вот, все, теперь попал. Ну-ка, этому тоже. Этому не в голову жалко. Так, этому давайте. Этому в голову. Ну все, теперь можно смело валить. Не дробовички сраные. Так, ну, не сраные, может быть, они нормальные, ну ладно. Нормально с них так дает иногда, да? Вот, ну все, давайте. А, ну да, бежим. Так, вот тут еще цветочек. А, это, наверное, не наш. Не, вроде красный лист наш. Так, все, куда нам надо? А просто выбраться из этой, с этой территории, да? Ну все, идем. Очень все оказывается просто. Просто сначала я не допонял. Ну все, и музончик сразу заиграл. Так, а у нас там топир тут есть, да? Где-то. Быстро переместиться нельзя сюда. Нет. Насколько я знаю, всего один топир нам нужен.